Банковская система – один из ключевых элементов нашей экономической безопасности. Это особенно ощущается в период текущего мирового кризиса, притом не только экономического, я бы сказал, комплексного, всестороннего кризиса. За годы независимости мы создали неплохо функционирующую банковскую систему. У нас 25 банков, в их уставных фондах не только белорусский, но и российский, казахский, австрийский, швейцарский капиталы. Это говорит об открытости белорусской экономики и уверенности международных партнеров в ее будущем. В противном случае капитал бы не размещали в наших банках.